Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. И это видео не реклама. То есть, вы знаете, по просьбе трудящихся попросили показать товары для собачек, для кошечек и для всей живности, то, что у вас есть. Мы находимся в Лиалахте, вот в таком магазине. И он открыт каждый день с 10 до 7, в субботу с 10 до 5, и в воскресенье он закрыт. То есть, вот такой вот есть. И сразу любитель кошечек. Вот я зашла вовнутрь. Посмотрите, какая прелесть. Натуральная шерсть. Хова тут. То есть вот такая вот штука есть. 49 евро она стоит. Стоила 89. И много всяких скидочных. Вот, пожалуйста, с аквариум. 59 евро и 63 литра. И он стоил 79 раньше. И вы поняли, народ, да, что это специализированный магазин. Тут только все для животных. Он очень большой. И если мы начнем смотреть игрушки, конечно, тут чего только нету. И Финляндия, конечно, входит в Европу Унион. Все игрушки, которые продают для животных, их тестируют. От них не должно не исходить ни вкуса. Потом никаких маленьких, что может оторваться. То есть, если он что-то или собачка грызет, все должно быть, знаете, турволенин тип-топ. И если мы даже на фотке посмотрим, видите, здесь всегда предупреждение, что вот, пожалуйста, такое тоже есть. Ну, сколько это все стоит? Вот, например, такой шарик стоит 9,90. То, что грызть, стоит 11,90. То есть все это есть. Я такой быстренький обзорчик сделаю. Если вы что-то хотите, я могу еще сюда прийти. Это никакая не проблема. Ну и, конечно, видите, для маленьких собачек тоже все это есть. Если вот такую вкуснятину вы собачке хотите дать, это, конечно, здорово. Ну и потом по уходу вот тоже есть, пожалуйста, есть расчески. Есть ошейники, есть чем чесать, есть чем все это делать. Конечно, хоть слона на веревке стоит 9 евро, 8 евро, 12 евро. Ой, такую бы расческу я бы себе купила. Хорошая расческа, чесала бы голову. Потом есть вот такая перчатка, чем чесать собаку. Она стоит 15,90. Всякие, видите, тут тоже гребешки. Потом для ногтей стричь ногти 15,90, 5,90, 9,90. О, а вот такие филировочные ножницы у меня тоже есть. Я мужа стригу. Знаете. О, видите, пожалуйста, чего только нету. Вот тут на пальцы такие одеваются, наверное, чтобы он не откусил палец. Не знаю для чего. Помните, да, что у меня собаки никогда не было. Вот, потом очень много одежды. Вот, пожалуйста. Вот для таких собачек, у кого такая манерная собачка, 44,90. Потом есть вот такой тоже 49,90. Вот для ушек тоже. И все по размерам. То есть, видите, тут размер 35, размер 40. У кого собаки, вы сразу въезжаете в тему, что я в этом, к сожалению, ничего не понимаю. Но вот такой. И это одежда финская. То есть это финская. Потом поводки. Вот поводков тоже очень много. Есть вот 20 евро, 30 евро, хоть какого. Потом есть вот для такой, как бы типа плащица, 37,90. Это, по-моему, трузера такие для собаки. Вот трузера 14,90. Ой, тут прям с американским флагом. USA. У этого вот леопардовая, кто любит. Леопардовая. Ну и тут начинается еда вся вкусняшки. Вот, пожалуйста, хоть загрызись. Вот такие для собачки 25,90, 24,90, всякие вкусняшки. Ну, конечно, лучше такую вкусняшку купить, чем он вам съест ботинки за стошку. Так, это у нас куски какого-то мяса. Это волк. Ой, господи, поросенок. Поросенок. И все, вся еда это финская. То есть вот где финский флаг, вы знаете. Вот такие тоже кости есть. Ой, тут чего только нету. И пахнет, конечно, костями, как, знаете, в каком-то таком, где мясо продают. Потом вот есть натуральные ошейники из кожи. Тоже это все есть. И размеры есть. То есть вот какая у вас собака, будьте любезны, тут чего только нету. Целая прямо полоса и только ошейников. Ошейники, ошейники, ошейники. И еще раз ошейники. И потом начинается, видите, здесь
А здесь вот эта система, когда они делают на собаку какую-то. А, взвешивают, да, это вот взвешивают здесь собаку. Если вы что-то покупаете, вот здесь можно собаку прийти взвесить. Ну, еды очень много. Я не буду показывать цены, потому что всегда люди знают, что они покупают. Одна собака ест одно, вторая ест другое. Я в этом, к сожалению, ничего не понимаю. Если мне дать собаку, мне кажется, мы будем с ней есть из одной тарелки. Но написано очень прилично все это, знаете, прям как вот для человека покупаешь. И, конечно, видите, собака в Финляндии такое дорогое удовольствие. Если люди покупают такое животное, конечно, они ухаживают за ним. Вот такой мешок стоит 55 евро 90 центов. И 15 килограмм в нем есть. Оригинальная какая-то штука. Девочки, кто по-немецки прочитать может? Это, наверное, какая-то немецкая. Ауфиш. Ой, господи, что только нету. Видите? И, конечно, написано, сколько калорий, что входит, что не входит. Ой, и птички поют. Как здорово, господи, как в раю. Как в раю. Такой бы мешок хорошо на улицу поставить. Вот такой с собакой. Если какой вор хочет прийти, он когда этот мешок увидит, он наложит в штаны и убежит. Конечно, нет, не придет. И вот мои любимые вот эти собачки. Вот с таким вот лицом. Хорошая собачка такая, да. А, ну это намордники. Намордники тут. Вот посмотрите, народ, кто попугайчиков любит. Тут вот попугайчики. Специально, вот видите, написано. Блин, вот попугайчики, они закрыты. То есть, чтобы, знаете, не дай бог, было что-то. Сейчас посмотрим, что еще там есть. Вот эта собачка стоит 2100. И номер один. Симпатичная такая мордашка. Так, и вот эти самые дорогущие собаки. 1867 евро. Потом вот такая. 1814 евро. С ушками 1800 евро. Вот эта беленькая, красивенькая. 1740. Ой, вот эта лапочка. Хорошенькая, да. Вот эта хорошенькая. 1638, да, ой, нет, вот это ужасная, страшная такая, и кусить может. 1633 стоит. Так, и вот этот 1600 евро. Нет, ну самая ходёсенькая это вот это. Вот такую, да. Это точно не кусит, у нее видно по лицу, что она умная. Так, и здесь мы стоим, где все для кошечек. Кто любитель кошечек? Девочки, 32,90. Вот такая штука, где эту кошатину носить. Потом, это что у нас? Это, наверное, а, да, это песок. Вот такой песок. Все, что, видите, написано. И этот песок 14 килограмм. И он стоит 19,90. Вот такая тоже штука есть. Ой. Потом вот такой какой-то супер. Тоже это все. Вот, пожалуйста, с запахом лаванды. Если у вас манерная кошечка. Потом вот вся эта еда. У кого девочки, кошки. Ну, вот такая тоже, видите, то что только нету. И тонна, и тунец. И, господи, какой ужас. Мне кажется, кошки едят во многих семьях лучше, чем кто-то человек. Евро 10. Ой, всяких вот для кошечек. Посмотрите, какая прелесть. И зайчик, и попугайчик, и все, чего только нету. И они, видите, на картинке, как облизывается. Хорошие фотки сделаны. Потом вот здесь такая еда в баночках. Потом вот такая еда тоже. Я не буду подробно останавливаться, но вы знаете, выбор очень большой. Тут магазин, конечно, специализированный, и продавцы умеют все сказать. И всегда есть скидки. Вот, пожалуйста, 10 штук, 10 евро. То есть получается еврик штучка. Вот такая тоже еда есть. Всякие вкусняшки. Всякие вкусняшки. И потом для кошек есть вот такое тоже. Если у вас еще нет, вот вы знаете, будет такая стоить 59 евро, где она может точить эти самые свои когти. И вот такая малюсенькая стоит 39 евро.
Ой, здорово, господи, чего только нету. Здесь очень много вот для кошек, посмотрите. Вот такие есть, потом вот есть такая с помпончиком. Хорошенькие, да, здорово. И сейчас в Финляндии очень модно развивающие игры для собачек, для кошечек. Покупают вот такие, чтобы им дома было не скучно. То есть какое-то, знаете, мероприятие им тоже, видите, и туда такое есть, и такое. Я, к сожалению, не знаю, это на какой-то возраст кошек, или они все умеют с таким играть. Но вот такое вот есть, видите, типа как точить когти. И, конечно, всякого. Вон эти коврики, и соль, и чем их мыть, и за что тут их тягать. Видите, тут как бы мышка такая, и переноски. Конечно, много всего, много всего. Так, это все для кроликов. Народ, у кого кролики? Вот тут все, пожалуйста, для кроликов такая, такое. И это у нас для мышей, наверное. Ой, я даже не знаю, вы знаете, вот вроде как на картинке нарисован хомяк. Или это крыса. Вот, по-моему, с левой стороны хомяк, а справа крыса. Я их так боюсь, я про них ничего говорить не буду, но вот такое тоже есть. Так, и с этой стороны у нас аквариум, все для рыбок. То есть вот, пожалуйста, рыбки 2,5 стоят, 4,5, 6,90. Вот если вы рыбками интересуетесь, тоже большой отдел, все для рыбок, он прям не кончается без конца, без края. Все тоже для рыбок есть. И можно и купить, вот тут тоже растения, если вы аквариумы интересуетесь. Все это можно со своей баночкой прийти, все это тоже продается. И видите, тут прямо как они по отделам, то есть там было для кошечек, для собачек, потом для хомяков, вот здесь все для аквариумов. Я покажу общее, если вы что-то хотите, вы можете мне написать, я в этом, к сожалению, ничего не понимаю, у меня в жизни никогда аквариума не было, но я знаю, что люди занимаются, это такая штука, знаете, тоже на любителя, но красивый аквариум, конечно, они всегда успокаивают. И вот с этой стороны тоже все для аквариумов. Видите, очистительные какие-то, что-то такое. Ой, господи, чего только нет. Если бы я в таком магазине работала, я была бы хорошей продавец. Когда ничего не понимаешь, знаете, можно продать хоть слона на веревке. Главное, что нахваливает. И это вам тоже надо. И такое вы тоже, пожалуйста, домой понесите. Ой, господи, чего только нет. Так, и с этой стороны тоже большой отдел для грызунов. Вот такие есть для грызунов, что будьте любезны, 45,90. Тут такая вся. Я даже, вы знаете, не знаю, это как бы, наверное, в чем они спят, 14,90, вот такая стружка. Тут тоже, наверное, может быть, для зайчиков. Да, очень много всего. Сейчас посмотрим, что с той стороны. Так, тут тоже, видите, такой большой отдел, все упаковано, все с картиночкой, вот если... Какие-то грызуны у вас есть. Вот такое тоже есть. Все это продается. Видите, раньше была морковка и все. А теперь хоть будьте любезны. Я даже, наверное, собаку от такого кусочка откусила. Уж больно аппетитно выглядит. Знаете, сделано так, что прям как для людей. Но они лучше людей. Они умнее всякого человека. И здесь вкусняшки, видите, тоже вот такие есть вкусняшки. 4,93,95. Как вот шоколадная какая-то. Но пахнет здесь, как, знаете. А вот такая тоже для крыс. У кого крысы, девчонки. Потом для хомяков. И посудки, конечно, всякой тоже много. И домой можно такую чашку. И потом люди любят вот такие пластмассовые. Если они куда-то заходят, всегда это можно с собой налить тоже. Ну, вот такая 9,90 для хомяков. Да, здорово. Так, и мы пришли еще во второй магазин. Очень много тоже всего. Я вот так вот, знаете, как бы общее покажу. Но это наверняка во всех магазинах
может быть выбор одинаковый, но всегда какие-то скидки и магазин очень большой. Если вот мы с этой стороны посмотрим, видите, сразу начинается для маленьких собачек еда, расчески и все остальное. И если мы сюда пойдем прямо по рядам, вы видите, какой большой магазин, просто чего только нету, все это для клиентов, и они по отделам, то есть маленькие собачки, большие собачки. Здесь еда вот такая упакована, видите, уже в этом самом, в таких пакетах. И, конечно, есть натуральная еда в морозилке. Вот здесь есть такой, видите, специально стоит морозилка. Пожалуйста, если кто-то хочет, это тоже все можно купить. Так, здесь у нас ошейники, ну и опять они начинаются. Сначала идет, видите, цепи, потом идут обыкновенные ошейники, кожаные ошейники всех цветов радуги. Пожалуйста, какого цвета у вас прикидон, какого цвета у вас собачка. Все это, знаете, чтобы было, как говорится, красиво. Ну и очень много всего. К сожалению, про это я рассказывать не буду, я просто покажу, вы будете знать, если вот у вас такое есть. Все это в Финляндии продается. Очень много всего специализированного. Тут, видите, такие большие домики и малюсенькие домики. Если вы путешествуете со своим питомцем, потом очень много в больших упаковках, это, наверное, получается дешево, я так думаю. И вот здесь написано 12 килограмм 59,90, но вида очень приличного, такое, знаете, на картинке. И все это, конечно, чисто упаковано, вам до машины донесут. Все это тоже есть, тоже все это есть. Так, и здесь у нас для больших собак написано руака, то есть еда. И прямо, знаете, по, как говорится, какая собачка у вас есть. Вот здесь вот такая собачка, здесь вот такая собачка. Я даже не знаю, как эта собачка называется. Вот это как называется, типа лайки, а это на лисичку, на маленькую похоже. Ну, вот это самая симпатичная из всех, что на картинке. Вы помните, да, что я собак боюсь? Меня собака в детстве кусала. О, это типа как Ласси. Ласси стоит 12,90, это упаковка. Видите, теперь как чего только нету, конечно, пожалуйста, будьте любезны. И здесь большой выбор еды из морозильника. То есть есть, видите, 100% койра-руока, то есть еда для собак. Все это продается в больших упаковках. Тут целая, видите, чего только нету. Я, конечно, показывать про это не буду. И вот написано, вот в этой стороне, это финская тоже еда есть. И большой выбор, конечно, для кошек. Мне кажется, кошки в Финляндии тоже такое, знаете, животное, которое любят люди содержать. Конечно, кошка, она более такая, знаете, не надо ее выгуливать. Это тоже большой плюс. И, конечно, много всякого вот такого, куда эта собачка может прилечь. И малюсенькие, и побольше. И вот такой диванчик, и вот такая тоже все это есть. И я знаю, у меня приятельница, которая ходит на выставку, у нее вот такая подставка дома. Она, когда эту собачку свою причесывает, вот она ее так ставит, чтобы красиво было. Нет, конечно, которые люди увлекаются, это здорово, что у людей вот есть такое занятие. Я думаю, такая собачка лучший друг, потому что она всегда, знаете, вас будет любить, если вы будете к ней хорошо относиться. Много, конечно, всего, да, есть. И вот здесь тоже эта посудка. И я раз видела, мы были где-то вот с такой посудкой, женщина была, она тоже наливала из бутылки, собачки на улицу, они стояли, это, хлебали из этого воду. То есть, видите, конечно, много всего, да. Так, и теперь здесь вот по уходу, это я не снимала в том магазине, покажу сейчас здесь, 29,90, 16,90. 15,90, вот такое тут тоже все есть, чем вы моете свою собачку, и потом взбрызгивать есть, вот тут тоже все это есть, если вы ходите с ней на какие-то выставки, тут видите, тоже все это очень красивое.
Да, вот в таком магазине мы находились сейчас. Таких магазинов, где же живу я, в спальном районе в Лиалахте, по-моему, даже 7 штук. Одно время их было 8, но, по-моему, один закрылся. То есть, конечно, собачки, кошечки с голода не умрут, чего только нету. Пишите, что хотите, еще я покажу. С вами была Оля из Тампере. Не хворайте, подписывайтесь. Всем физкульт-привет!